Тигрица с тремя тигрятами напугала рыбаков в районе Штыково в Приморье. В соцсетях появились и активно распространяются новые видео встречи приморцев с хищниками. На этот раз перед камерами телефонов появилась тигрица сразу с тремя тигрятами, которые не испугались людей, а наоборот напугали их и сорвали рыбалку, заставив развернуться. По информации центра «Амурский тигр», встреча произошла на территории охотхозяйства «Орлиное». Здесь краснокнижные хищники у себя дома и в переселении не нуждаются.